Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут София, я очень парозависимый человек, очень-очень-очень-очень. И сегодня вторая серия нашего сериала «Фу, люкс! Фу! Фу, люкс!» Вот как-то так. Друзья, я вам очень признательна, вот я не ожидала, что вы так откликнетесь на первую часть. То есть я не планировала делать сериал, я сняла «Фу, люкс!». И вдруг получила такой отклик, и было очень много просмотров и комментариев, и вы просили снять продолжение. И я поняла, что тема-то актуальная, тема актуальная, и надо не останавливаться, надо об этом поговорить. Я вам крайне-крайне признательна. Я приветствую всех новых подписчиков. После того видео, кстати, стали приходить люди. Спасибо вам большое. Располагайтесь поудобнее. Не забывайте, пожалуйста, нажать на колокольчик, чтобы мы с вами не потерялись. Ну и, друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Пока. Пока мы все помним, да пока мы не отвлеклись на парфюмы, поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду ждать вас в комментариях. Рассказывайте о том, что вы думаете по поводу этих парфюмов, других парфюмов, которые относятся к люксу. Два слова все-таки. Надо объяснить, почему фу люкс. Я об этом сказала как-то в конце видео, а как известно, до конца не все досматривают. А жаль. В конце тоже интересно, друзья. Вот. А может, некоторые заходят просто типа, ну ты жива еще, ну ладно, пошли. После 5 секунды. Короче говоря, почему фу люкс? На самом деле, можно было назвать видео фу масс-маркет или фу ниша. Вот это фу, фу покара, фу манталь, фу дорогие парфюмы, фу дешевые парфюмы. Это вот это фу, оно постоянно существует в парфюмерной среде, которая не всегда однородно, доброжелательно и эмпатично. Но по факту это фу существует в принципе в человеческом сообществе, потому что людям не нравится, когда они встречают что-то для них нетипичное, что-то им не свойственное, что-то от них отличающееся. Ну и иногда говорят, фу, как они одеваются, фу, как они красятся, фу, как они стригутся. Да? Да. Например. Вот, поэтому вот это фу люкс, фу ниша, фу масс-маркет. Это часть нашего такого парфюмерного дискурса, будем выражаться лингвистическим языком. Вот, думаю ли я фу люкс? Нет, я так не думаю. В первом видео фу люкс я показала 20 флаконов любимых. Я задала какую-то планку, и поэтому здесь будет еще 20 флаконов. И дальше мы с вами, друзья, посмотрим, будет ли третья серия, возможно, будет, если вы меня поддержите. Но будет ли там 20, и будет ли там все так однозначно, может быть, там на самом деле будет немножко фу-люкс. Там есть кандидаты именно вот на фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Вот, поэтому я не думаю ничего такого про люкс, про нишу, про масс-маркет. Про что я могу думать? Фу, что я такая белая пушистая, я такая в белом пальто или в зеленом худи. Я говорю тоже иногда фу. Я говорю фу на парфюмы, которые были разлиты неизвестно где по подвалам, по каким-то, ну, не подворотням, но где-то в кустарных условиях, близких к антисанитарным, на которые наклеили наклейки с названиями, похожими на известные парфюмы. И про эти парфюмы говорят, что они из той же бочки разлиты, что и известные, там, Бакара, те, другие, 50, известные хайповые какие-то парфюмы. Это то же самое, те же самые ингредиенты, из тех же самых цистерн. Да, просто стоит 3 копейки. Вот это фу, но с оговорками фу. Взрослые люди вправе делать все, что они хотят в рамках закона. Взрослые люди могут плеваться любыми духами, мазать на себя все подряд. Да бога ради, да? Кто им судья? Если им родители не объяснили вовремя, там, что что-то может быть опасно для здоровья, но они выросли, ну, как бы, там, что-то на себя льют. Окей,
взрослые люди могут это делать. Для меня когда блогеры, имея с этого реальный или виртуальный какой-то гешефт, начинают вот эти вот разлитые из бидонов, из цистерн духи рекламировать. Да, получая, неважно, копейку или сами парфюмы, или подписчиков за счет рекламы вот этих дешевых духов, дел не в цене, да, а вот, ну, этих подделок, скажем так, разлитых неизвестно где. Я думаю, что это фу. А я не скажу фу человеку, у которого нет денег на хороший парфюм, но который пытается пахнуть как-то вот, как-то, как ему кажется, красиво. Но просто мое дело предупредить, например, что это правда может быть опасно, особенно если есть аллергия, это может привести к очень-очень печальным последствиям. Но мы как бы вообще сейчас не про это. Мы про хорошее должны говорить, будем говорить про хорошее. Итак, вторая серия, ахалай-махалай, вторая серия фу-люкс, фу-люкс. Ну, давайте пофукаем немножко. Начнем мы с чего мы начнем. Давайте. Вот я еще одну вещь скажу. Я сейчас не буду говорить о том, что люкс дешевле, потому что люкс не дешевле. И я, возможно, назову какие-то парфюмы, которые, может быть, кто-то считает масс-маркетом, но я могу вот в какую-то грань такую масс-маркетовую зайти, но я считаю, что это люксовые парфюмы, и я надеюсь, что вы меня простите, если вдруг что-то будет не так. Так, ну что же, поехали, поехали. Кельвин Кляйн Ван. Прекрасный, вы видите, да? Вы видите, сколько его выпито. Прекрасный, летний, замечательный. И когда вот люди спрашивают, а, допустим, чем люкс отличается от ниши? Мы говорим, ну, в люксе, вот, как правило, такие вот вычурные какие-то флаконы. Люкс, он, значит, мужской, и он женский, ну и там еще разные-разные признаки. И тут мы достаем, не побоюсь этого слова, там откуда-то, Calvin Klein Ван, и мы видим, что нет никакого вычурного флакона, все очень лаконично, и любая нишевая марка на самом деле бы вот была бы рада выпускать парфюмы в таких флаконах, но извините, Calvin Klein уже выпускает. И кто мне скажет, это мужской парфюм, это женский парфюм? Я вас умоляю, это унисекс. Унисекс в прекрасном, красивом флаконе, замечательный, свежий, бодрящий. Люблю, обожаю. Летом этим парфюмом нужно поливаться. Привет банде многопшичников и секте многопшичников. Раз. Два. Где-то у меня еще был один парфюм, который мог бы претендовать на унисексовость. Ой, как Calvin Klein пахнет. Ой, а я напоминаю своим подписчикам и новым подписчикам, и тем, кто случайно сюда заглянул, что я арендую своих котов когтеточку. И все тут располагается на когтеточке. Это очень удобно. Спасибо большое котам за возможность снимать видео. Итак, мужской. Мужской, ха-ха-ха. Мужской парфюм Тер Дермес. Вот такой вот. Он классный, он красивый. Каждый раз, когда я его слышу, неважно, мужчине, на женщине или себя, я им восхищаюсь. Я считаю, что этот парфюм красив вне времени, вне гендера, вне обстоятельств. В любую погоду, наверное. Но, по крайней мере, на работу, да. Вне работы, абсолютно точно, миллион раз, да. Очень красивый. Я читала в свое время фрагрантику про Тер Дермес, и там описывается, что вот непременно мужчина, вот в каком-то там, ну, например, там, твидовом костюме, в роговых очках, там что-то с портфелем. Слушайте, нет, ну, можно почитать это, повеселиться, да, как-то, но Тер Дермес на самом деле нет. Он вне гендерный, прекрасный, красивый, и я его ношу. Я его себе купила, в конце концов. Вот. Поэтому все разговоры о том, что люкс очень такой направленный, бывают. Здесь будут парфюмы, которые, конечно, ориентированы на женщин в основном. Но то есть мы видим, что это правило не универсальное. И следующий парфюм, который звучит вполне унисексово, при том, что у него есть мужская версия и женская версия. У меня женская версия.
А мужчины женскую версию носят с удовольствием. И это Хозе, Жозе Айзенберг. У меня в позапрошлом году летом случился запой вот с этим парфюмом. И это второй флакон. Я сносила половину флакона за одно лето. Я поливалась, у меня просто какое-то наваждение случилось. Это парфюм с нотой кофе, при этом этот кофе холодный. Он холодный, он освежающий, он бодрящий. При этом я сначала парфюм не оценила. Он мне показался на самом деле мужским. Но потом, как оценила, как начала носить, и, правда, вот второй флакон прекрасный. Я его все-таки вписываю в летнюю какую-то погоду, в жаркую погоду. Очень хорош. И стойкость хорошая, и шлейф. Все замечательно. С ним никаких проблем нет. Так, а я уже смотрю, что у нас там дальше. А дальше парфюм, с которым все не так просто у меня. При этом парфюм, который я почти не ношу, или давайте скажем так, не ношу. Парфюм, который я не планирую продавать и никогда не планировала продавать. И парфюм, который я люблю. Вот все друг другу противоречит. И это «Роса юности» Estée Lauder. Я много об этом парфюме слышала. Я его увидела, как это водится, на самой нижней полке в Duty Free в каком-то, в Бангкоке, по-моему. А все говорили, что это такая классика, которую вот обязательно нужно иметь и нужно носить и так далее. Я, когда приехала домой, я стала пробовать носить «Росу юности». И у меня ничего не получилось. У меня ничего не получилось, я поняла, что я ничего не понимаю. При этом у меня был какой-то задор, и этот парфюм на самом деле меня зацепил. То есть это не то, чтобы гадость, а я не понимаю, я пытаюсь разобраться. Это какой-то квест, это как-то мне очень сложно. И тем не менее, руки я опускать не хочу. И, в общем, я с этим вот парфюмом уже, ну, лет пять. И так, и сяк, и эдак. И я отставляю надолго, потом снова беру. И в прошлом году, зимой, я его вписала в свою такую ванную историю. Я стала иногда наносить этот парфюм на полотенце. Именно зимой. Это прекрасно звучит. Полотенца разогреваются, когда ты выходишь из душа и кутаешься в полотенце. Такой великолепный запах. То есть можно было бы понять, или можно было бы подумать, что ну она наносит на полотенце, значит, ей не нравится. У меня даже целое видео было, что там на занавеске, на полотенце, там туда. Я как-то пшикаю парфюмы на. Можно было бы подумать, что вот она по остаточному принципу, да, ей не нравится, поэтому, ну, абы куда вот там разбрызгать. Нет, нравится, и мне хочется этот парфюм слушать. И когда парфюм звучит вот в таком каком-то разогретом и, пардон, даже распаренном таком вот состоянии, он роскошный, там выходит какая-то слива, какая-то вишня, какая-то вишневая смола вот застывшая, или сливовая смола застывшая на дереве. В детстве мы что там жевали? Вот. Но пока не ношу. Но я считаю, что это вот какая-то загадка, какой-то сфинкс. И мне нужно с этим сфинксом разбираться. И все непросто. И, ну, в общем, и он меня цепляет. И у меня нет внятного ответа, почему у меня этот парфюм, что с ним не так, почему он меня цепляет, но он меня не отпускает, и я время от времени к нему возвращаюсь. Вот. Estée Lauder у нас сегодня еще появится и не один раз. Ну, поскольку я всегда хаотично рассказываю, у меня не по нотам, не по маркам, не по идее, а вот все в кучу. Все в кучу. Анархия, как известно, что? Мать порядка. Да. Элизабет Арден, 5-я авеню, рояль. Вот. Использована, извините. Вот столечко. Вот столечко. Парфюм, который, как мне кажется, требует зимы. Ну, по крайней мере, на мой нос в зиму он звучит очень интересно. И тоже, кстати, я наносила на полотенце, а потом мне стало просто жалко и «Росу юности», и «Пятый авеню рояль». Мне стало жалко на полотенце, и на полотенце там другие парфюмы пошли. Вот. Там, по-моему, у нас есть малина, там, по-моему, есть ликер, там вроде и кожа есть.
Это классическая, с одной стороны, классическая люксовая история. Звучит сладко, звучит женственно, звучит интересно, звучит согревающе. А с другой стороны, этот парфюм обладает для меня конкретно цветом, какой-то структурой, да, то есть почти тактильными какими-то ощущениями. А для меня он темно-темно-красный, вот малиновый, скажем, да, по цвету. Для меня он скорее не кожаный, а бархатный, какой-то очень плотный бархат, и он теплый. При этом он мне по своему настроению, знаете, что напоминает? Ну, посиделки, которые устраивают подружки. Вот подружки собрались, какого-то там ликерчика налили, и начинаются рассказы. Там смех, хохот, рассказы, и потом, допустим, эти подруги расходятся по семьям назад, да? А мужья там говорят, ну чё вы обсуждали? Они такие, ничего. А там они такое обсуждали, такое, что лучше никому не знать. И вот атмосфера вот этого веселья, смеха, беззаботности, шуток на разные темы, вот для меня этот парфюм примерно такой. Вот. Ой, у нас еще есть один мужской парфюм. Это у нас Джон Варватос, извините, Dark Rebel. Dark Rebel без крышечки. У меня нет крышечки, у меня тестер. Dark Rebel. Тоже кто-то хвалит, кто-то фукает. Ну, на тех, кто фукает, ладно. Зато он у меня есть. Я его высиживала. Буквально, как, я не знаю, пингвин. Я его высиживала в засаде на рандеву. Потому что это снятость. Это святость и снятость. Я нажала на кнопку «Сообщить о поступлении». У меня не было надежды вообще на то, что он появится. Я так сидела, не знаю, года два, наверное. И вдруг приходит сообщение, значит, парфюм появился в продаже, вы просили там то-то, то-то. Я побежала быстрее покупать, я купила. А я думаю, что это одеколон, наверное, да, ну, может быть, туалетная вода. То есть он не очень стойкий, он, может быть, не очень громкий, довольно такой диффузный. Он для меня про сухофрукты, про чернослив. Я не помню пирамиду, но сухофрукты, чернослив, настоянные на каком-то коньяке. Может быть, на роме. Или на коньяке все-таки. Очень интересный, очень глубокий, очень красивый. Это и классика, с одной стороны. С другой стороны, я не скажу, что он звучит как-то старомодно. Хорошо звучит, красиво. Так, давайте вернемся к Estee Lauder все-таки. Knowing. Не пройтись ли нам по шипрам? Knowing. Я была... Не то чтобы я там влюбилась в этот парфюм, когда первый раз его услышала, я была до слез потрясена тем, что это так сделано, тем, что это так красиво. Парфюм для меня не прост в том смысле, что он для меня все-таки не про... Наверное, ну, я скажу, как думаю. Без прикрас. Он для меня не про простые какие-то моменты в жизни. Он для меня про ситуации, когда мне нужно что-то преодолеть. Чаще речь идет не о физическом преодолении, так что мне там сложно что-то сделать, мне нужно напрягаться, а про эмоциональное преодоление. Вот в ситуации, когда мне нужно эмоционально что-то преодолеть, особенно если при этом еще, ну, на улице, скажем, не тепло, то выбор однозначно вот за этим парфюмом. Он для меня в духе, не знаю, я скажу сейчас, опять же, да, я обещала говорить, как думаю. Он для меня очень не феминный, а феминистичный. Про сильную женщину, которая... Я не буду говорить, что она все может. Женщины, ну, если бы женщины все могли, все было бы не так. Да? Но про женщину, которая очень многое может. И в том числе очень многое может преодолевать. И идти вперед, и быть красивой при этом. Там есть та роза, которая не сразу показывается. Там есть роза, до которой надо дойти. Да? То есть тоже преодолеть определенные препятствия, чтобы эта роза раскрылась, чтобы эта роза показала свою красоту. Но если она вам покажет свою красоту, вы, конечно, этот парфюм не забудете. И он будет с вами. Да.
Да. Ну, а второй парфюм, вот полная противоположность, Knowing, это Beautiful Belle. Вот, это не я сносила, я покупала остаток во флаконе, было больше. Вот там ничего не надо преодолевать. Вот там такая беззаботность. Он очень красивый, он громкий, он шлейфовый, он комплиментарный. Все с ним замечательно. И жизнь, вот такая Dolce Vita. Он очень весенний, он для весны, для лета, как мне кажется. Вот если новинг я ношу в основном зимой, осенью, ранней весной, то Beautiful Belle это про весну, про лето. Не знаю, вот вы хороши или там я хороша и больше ничего не волнует. Вот такой вот. Обожаю, обожаю. И в пару к нему покажу парфюм другого парфюмерного дома. Это Герлен, Мон Герлен. Вот такой вот. Фланкеров не очень знаю. А этот непрост для меня. Он непрост для меня в раскрытии, потому что он раскрывается на мне не всегда однозначно. То есть, если жарко на улице, если это, допустим, жаркий май, жаркий июнь, цветет жасмин на улице, он раскрывается мгновенно и очень красиво. Если чуть более прохладная погода, если я дольше нахожусь в помещении, раскрытие сложное, не всегда для меня понятное, немного такое лакокрасочное, но я просто понимаю особенности своей кожи, я понимаю особенности своего восприятия, и я понимаю, что мне нужно переждать где-то 15 минут. И вот через 15 минут, это просто, знаете, вот там, кстати, лаванда для меня не определяющая нота. А вот цветочные какие-то ноты воспринимаются мной как хор, многоголосные, очень красивые. И вот они поют эти цветы, эти ноты, они поют какую-то оду радости. Но, повторяю, если на улице вот нанесла и сразу вышла в жару, это одна история, если нанесла и дома, или нанесла, вышла в прохладную погоду, вот этого хора мне нужно дожидаться. Я не знаю, как у вас. Но меня это не останавливает. Я считаю, что это очень красивый парфюм. Я рада, что он у меня есть, но на фланкеры я не смотрю. Я думаю, что вот мне этого парфюма достаточно. Пока я не перешла к следующему флакону, я скажу вот что. Парфюмлюбители многие проходят через разные стадии. Они, как правило, начинают с люкса, может быть, с масс-маркета, а потом их забрасывает в нишу. Да? И вот когда их забрасывает в нишу, они могут иногда говорить фу, люкс, потому что как будто они достигли неких высот. И они уже с этих высот так смотрят на люкс, как на прошедший какой-то этап, к которому они не вернутся. Ну, так, допустим, там, не знаю, десятиклассник смотрит на первоклассника, что, ну, да, я тоже был таким маленьким, я был таким наивным, я тоже восхищался там таблицей умножения, чем там уроками физкультуры, а сейчас я уже такой познавший жизнь десятиклассник, поэтому я вот снисходительно смотрю на вас, на всех. А есть такое. И кажется, что ты, допустим, к люксу не вернешься. А потом тебе попадается какой-то прекрасный, красивый, люксовый парфюм из твоей прошлой жизни. Или что-то новое ты узнаешь. И ты думаешь, о боже. И дальше это похоже, знаете, на что, как грибники идут по лесу, и появляются грибы, и эти грибы как будто заманивают. Да, там еще больше опят, а там еще больше подосиновиков. Иди сюда, и ты снова приходишь на поляну люкса. А потом тебя снова забрасывает в нишу. Вот эти вот качели существуют. И находясь в одном условно лагере или в другом лагере, да, звучат вот это вот фу, фу люкс, фу ниша и так далее. Я прошла через разные стадии. Я была и в люксе, и только в нише, только в нише. Но фу люкс я не говорила, но мне казалось, что к люксу я вот так вот таким восторгом возвращаться не буду. Ну, конечно, конечно. И чтобы убедиться, что еще с каким восторгом, и убедить вас, если нужно убеждать, я покажу вам Мажи Нуар. Вы знаете, если вы на меня подписаны, вы знаете, что Мажи Нуар – это парфюм новогодних праздников. Это парфюм, который я с удовольствием ношу зимой. Это парфюм, который я не пытаюсь втереть
вписать, причем в праздничную ситуацию. Вы помните, что я ездила на шиномонтаж, например, в Мажинуар. И чё? И хорошо. Всем было хорошо. И монтажникам, и мне, и машине. Вот. А я обожаю этот парфюм. Если бы, ну, допустим, мне сказали, выбери только 10 люксовых парфюмов, вот 10 и все, да? Оставляй себе 10. Безусловно, в десятку люксовых парфюмов вошел бы Мажинуар. Поэтому здесь даже говорить нечего. То, что я его ношу и ношу активно, в отличие от многих других парфюмов, и люксовых, и нишевых, вот это само за себя говорит. Парфюм, который я ношу не очень часто, это Burberry Brit Rhythm. Вот такой вот. Кстати, это тоже снятость. Снятость, насколько я знаю. Я очень хотела этот парфюм по отзывам. Я его покупала вслепую. Он мне ко мне пришел, я его очень полюбила. А потом как-то я сникла. Я сникла, потому что вдруг он мне зазвучал как-то очень плоско. Мускус как-то начал немножко гулять. У меня возникли определенные сомнения, то есть я даже в какой-то момент думаю, ну, наверное, надо, там, не знаю, подарить, продать, избавиться от этого парфюма, потому что, ну, никак. И какая же благодарность и подписчикам, и парфюмерным блогерам, с которыми я общаюсь, которые посоветовали просто воспользоваться. Я думаю, что вот, может быть, кто-то из вас смотрит, может быть, кто-то из вас и писал эти комментарии, эти советы. Давал, что нужно, допустим, в мороз попробовать этот парфюм, и тогда он просто будет как теплый плед. Вот я как сейчас помню, примерно так было написано. И на самом деле этот совет мне помог. Я попробовала в зиму, я попробовала в мороз поносить этот парфюм, и да, он зазвучал, он какие-то новые грани свои показал, очень интересно, но я честно скажу вам, что я его ношу не часто, потому что с одной стороны ротация, с одной стороны ты как бы должен выстраивать некую очередность, а с другой стороны появляются новые парфюмы, новые соблазны, и какие-то парфюмы как будто уходят на второй план. И вот я благодарна таким подборкам, как будто я сама себе благодарна, но нет, да, то есть вот эти топы, это не просто какой-то хайп, и вообще не хайп, а сделаю топ, соберу миллион просмотров. Я миллион просмотров не соберу. Но вот эти топы, вот эти подборки позволяют мне, как правило, увидеть парфюмы, которые где-то там спрятались, которые я мало ношу или не ношу по каким-то причинам, и дать им второй шанс возродить в них какую-то жизнь. Вот. Так, показываю вам Yamamoto. I'm not going что-то там. Там напишу сюда название. Этот парфюм появился у меня, по-моему, прям вот за несколько месяцев до старта моего парфюмерного канала. Я сносила больше половины этого парфюма. Это был какой-то непростой период в моей жизни. Я заболела, и заболела серьезно. И в тот момент мне не хватало каких-то ощущений покоя, наверное. Да, я была очень встревожена своим состоянием, мне было непросто. И я почему-то для себя решила, что мне нужны пудровые парфюмы, которые бы дали мне вот это ощущение покоя, заботы, вот чего-то такое. Да. Я тогда почти не пользовалась, наверное, интернет-магазинами, мало что знала об интернет-магазинах. И я ходила в сетевые магазины. Это еще до 2020 года было, конечно. И я приходила, мне говорят, что вам посоветовать? Я говорю, посоветуйте мне какой-нибудь пудровый парфюм. Я, естественно, в основном ходила в люксовые ряды. Потому что при том, что у меня уже был Serge Lutens, при том, что у меня был Tom Ford, который я не помню. Он у нас люкс, по-моему. Ну, Serge Lutens уже был любовью моей большой, но тем не менее. И вот мне посоветовали вот этот парфюм. И я его носила с удовольствием, запоем. Если не каждый день, то через день. Он для меня немножко дымный. Он для меня сливочный и пудровый. Вот это как-то соединяется в этом парфюме успешно, удачно. Я не знаю, есть ли он сейчас в продаже. Не знаю, носят ли его сейчас, так ли он
популярен. Одно время он был очень популярен среди любителей люкса, совершенно точно. По мне, можно и в нишевом сегменте найти парфюмы такого плана. Он успокаивающий, он очень красиво звучит осенью. Он очень красиво соединяется с чуть прохладным осенним воздухом. Он дает ощущение, ну вот как говорят, обнимательный такой, объятие, забота, покой. Может быть, медитации немного в этом парфюме есть. Я там это слышу. И вот поскольку я на фоне своего такого тревожного состояния искала нечто подобное, и то, что я сносила полфлакона, говорит о том, что я искала покой, я искала какое-то успокоение для себя. Я нашла. Вот. Углубились мы в такие дебри с вами. Moschino. Moschino. I love love. Я вам показывала этот парфюм. Я сносила вот половину. Чуть меньше, наверное, половины за одно лето. Прекрасные, радостные цитрусы. И в какой-то момент я увидела где-то в социальной сети, девушка нуждалась в деньгах и распродавала свои парфюмы. Причем парфюмы были люксовые все, и она продавала их недорого. И мне просто захотелось как-то девушке этой тоже помочь. Стала присматриваться, чтобы мне такое купить, чтобы ей помочь и себе как-то, в общем, мою парфюмерную жизнь разнообразить. И, друзья, Cheap and Chic. Я увидела и я вспомнила, что у меня был такой парфюм. Я сносила, только он был больше. Это был больший флакон. Я сносила его целиком. Я его любила. Я его любила и я его забыла. Ну, забыла и забыла, но вот попался на глаза. Я говорю, я у вас куплю остаток в флаконе. Я не знаю, сколько. Я не знаю, как определить. Я его помнила как красивый пластиковый парфюм. Я вообще не помнила пирамиды. И он пришел, и я вспомнила этот красивый пластик. Он какой-то игрушечный для меня. Он веселый, игрушечный, не настоящий. Ни одна нота этого парфюма не привязана для меня к чему-то, что существует в реальности. К реальным цветам каким-то, к реальным, не знаю, растениям, травам, смолам. Это что-то вообще про, не знаю, какую-то другую жизнь, инопланетную, не знаю, или придуманную, мультяшную. Вообще не важно. Я очень обрадовалась этому парфюму, но поставила его на полку. Вот поставила, пусть стоит. Я, опять же, повторяю, я ничего не скрываю, рассказываю все как есть. Вот, когда я стала задумывать вторую серию Fulux 2, думаю, что хорошо, о чем я буду рассказывать? Я достала этот парфюм, нанесла его на себя. Во-первых, если бы мне попался этот парфюм на слепом затесте, если бы я его не знала, я бы сказала, что это ниша. Это раз. Во-вторых, парфюм сидел очень комфортно на коже, но я его слышала близко к коже через 12 и через 15 часов. И после душа, если вот прям совсем носом в кожу уткнуться, я его слышала тоже. Я считаю, что это прекрасный, шедевральный парфюм, который может заинтересовать любителей ниши, если любители ниши вот с этим парфюмом не знакомы. Во-первых, сам флакон, вот эта куколка чудесная. То, как это звучит, необычно. И то, как любят говорить парфблогеры, технические характеристики безупречные. Поэтому, если вы не знаете, ну это тут скажут, ну это там старорежимный парфюм. Ну, я вас умоляю. Так, что у нас еще здесь есть старорежимного? У нас здесь есть поэма. Есть поэма, я про поэму долго рассказывать вам не буду. Поэма в этом году открылась передо мной новыми гранями, потому что я раньше поэму носила весной и летом, а в этом году я носила ее зимой. И выяснилось, что зимой и летом это всегда очень прекрасно. Никакие отдельные цветы не выходили, ничего меня не душило. Это было классно, это было роскошно.
И мне показалось, что для меня это было какое-то совершенно новое прочтение поэмы. Хотя я поэму и так любила, но зимой не носила никогда. Вот, поэтому поэма Ланком, да, я не сказала, если кто-то не знает, вдруг Ланком. И я всегда считала, что Серж Лютанс — это моя любимая марка, это мой любимый парфюмерный дом. Потом вклинился Герлен. И Герлен, ну, было много Герленов, потом Герлен немножко так рассосался. Осталось мало Герленов у меня. Герлен перестал быть конкурентом Сержу Лютансу. Но вдруг, неожиданно для меня, внезапно для меня, на финише первым оказался Ланком. По крайней мере, по количеству флаконов. Надо пересчитать, конечно, вот актуальные какие-то цифры. Но по количеству флаконов, может быть, я потом сюда вот вставлю. Итог. Да, но если и не первый Ланком, то они равно прекрасны и равно велики. Поэтому здесь у нас и Мажинуар, поэтому здесь у нас и поэма. А мы продолжаем с вами. Ну, 20, так 20, боже мой. Поэтому надо терпите, терпите. Странной судьбы Шиприк. Оцелот. Сальвадор Дали. В прекрасном, красивом флакончике. Почему Шиприк? Я много о нем слышала, об этом оцелоте. И я его слушала. Я его тестировала. Но когда он ко мне пришел, он показался мне какой-то просто сладкой водичкой. И, честно говоря, я так расстроилась, я подумала, что мне подсунули какой-то паленый флакон. И я его отставила. Я сказала, я не буду его слушать даже. Ну, потому что, ну что это? Ну, где та шипровая история? Где те переливы? Где та горчинка, которую я помню в этом парфюме? Просто сладкая водичка, очень миленькая, очень солнечная. Такой лимонадик был. Вот просто, я говорю вам, лимонадик. Я поставила куда-то на полку, и я не подходила к этому парфюму, ну, года, наверное, полтора. И когда я думаю, ну хорошо, ну так, сейчас я попробую. Если окажется, что правда водичка, я просто выброшу. И я достала, и выяснилось, что нет. Нет, все прекрасно. Что это было? У меня что-то было, были, ну, это было до 2020 года тоже. У меня ли были какие-то проблемы? Ну, я из секты настаивателей. Настаивателей, отстаивателей. В общем, парфюм обрел свою форму. Я его очень люблю. Я его ношу летом. Вот для меня он солнечный шиприк по-прежнему. Он очень милый. Эта лимонадность не растеряна. Но при этом шипровая конструкция есть, благородство есть, а все признаки того, что это Сальвадор Дали, есть. Все в порядке. Все в порядке. Так, осталось. Раз, два, три, четыре. Терпим. Терпим. Так. Ланван. Оксиджен. Вот. Ношу весной, ношу летом. Для меня... Давайте я коротко. Ношу весной, ношу летом. Для меня это цветы, которые растут рядом с водопадом. Я когда-то была в Индии, и там вот водопад, а ты там плаваешь под водопадом прямо. И там росли цветы. Вот это вот прям картинка заякорилась у меня. И эту картинку я нашла в Ланван. И я недавно о Ланван вспомнила. Только вот, ну, не убивайте меня, не отписывайтесь и не ругайтесь. Я Ланван вспомнила, когда я пробовала Аделину Ля Розе. Я вам о Аделине недавно рассказывала, что я люблю, не могу, хочу, все такое. Но я вам не рассказала одну деталь. В Аделине есть вот эта влага, есть эта вода, есть какой-то ручей или какой-то водопад, который, или дождь летний, который прошел вот где-то рядом с этими цветами. И цветы влажные от этого дождя. Вот это влага, которая облегчает дыхание, в отделении Ля Розе есть и слышится. И я думаю, где-то я именно такую ноту слышала, я вспомнила, что вот в Оксиджене это есть. Поэтому я не говорю, что долина Ля Розе похожа на Оксиджен. Нет. Ну, вот эта нота, она считывается и там, и там. Так. Исимияке, лед Иссей. Вот такой конус. У меня разные конусы и семияки были.
То есть у меня был период, когда один конус заканчивался, другой начинался, там разные варианты этих конусов были. Сейчас у меня только вот этот. Я его покупала в duty free в Бангкоке. Я понимаю, что когда мы покупаем duty free, мы слышим как-то определенным образом, а потом мы говорим, ой, не похоже, не похоже. И нам объясняют знающие люди, что в duty free вот определенное кондиционированное помещение, что там какие-то факторы складываются, а дома вы такого не получите, и на улице вы тоже такого не получите. Мне, наверное, повезло с этим парфюмом, потому что я услышала, вернее, я увидела, я нарисовала картинку, когда только нанесла на себя в duty free этот парфюм, что я сижу где-то на какой-то веранде, на открытой, с которой открывается вид на Фудзияму, и я пью зеленый чай. Да, и там какие-то цветы поблизости. В общем, вот такая картина. И я медитирую еще при этом. Да, думаю о чем-то высоком. Вот. И не знаю, что там с нотами. Я не наблюдала за изменением нот. Вот я ноты услышала в duty free так, а дома вот так. Но я эту картинку не потеряла. Для меня на самом деле вот зеленый чай, который я пью, и смотрю на Фудзияму, и думаю о чем-то высоком. Я очень люблю этот парфюм. И я, честно говоря, немного грущу от того, что я не все знаю, что делал Исимияки. Мне это очень интересно. Парфюм, который я недавно показывала в своем видео, это Safari Ralph Lauren. Янтарный красивый флакон, янтарная жидкость. Я говорила о том, что это предвестник осени, окончание лета. В этом парфюме для меня все богатство природы, той природы, которую мы можем наблюдать где-то в августе, в начале сентября. Парфюм пронзительный, парфюм роскошный. Не знаю, насколько можно его назвать женственным. Я бы, наверное, могла представить этот парфюм на мужчине. Если вы мужчиной носите Safari, скажите, пожалуйста, по-моему, есть какая-то мужская версия, я не в курсе. Я очень люблю этот парфюм, и я уверена, что он не звучит, опять же, как-то, как говорят там, старые бабки, бабушки и так далее. Я не поддерживаю эти названия, потому что, ну, слушайте, вот я бабушка, и что? Я какие-то олдскульные парфюмы сама не очень люблю, но когда говорят бабка, 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 ну, как-то это так. И последний, мы добрались с вами до финала, дотерпели, я надеюсь, что вы дотерпели. Последний парфюм, парфюм, которому я испытываю очень нежные чувства, потому что этот парфюм подарил мне мой ребенок Вера Сергеевна. И это 1881 Чирути. Она мне привезла из поездки этот парфюм, подарила. И когда я его нанесла прямо в машине, я ехала домой, нанесла, и было холодно, грязно, в общем, наверное, какой-то февраль, вот, грязный снег, реагенты и все такое. Вот, и вдруг в машине я оказалась среди какого-то луга, где есть разные цветы, и при этом там есть еще и розы, или это какой-то сад, но не то чтобы какой-то ухоженный, где все ровненькое, пострижено, а где вот буйство, буйство природное, при этом это буйство, оно очень сдержанное, деликатное, какое-то такое. Парфюм для меня, ну, в силу того, что это ребенок подарил, и в силу того, что парфюм так звучит, он для меня про заботу, про уход. Он очень создает мне атмосферу какую-то бережную. Я очень люблю наносить этот парфюм после душа, вечером. Вот давайте с вами дотерпим до лета, и можете провести эксперимент. После душа нанесите на себя немного этого парфюма, ложитесь на кровать, и вам покажется, что вы парите на каком-то облачке. Потом мне напишите, скажете, так это или не так. А вдруг вы в каком-то климате таком живете, где всегда лето. Попробуйте, расскажете. Вот так вот. Ну что, вторую серию Фулюкс закончили. Я даже не знаю, сколько там, мне не видно, сколько это по времени длилось. Я думаю, это было бесконечно. Я, может быть, там как-то смонтирую, подрежу свои вот эти ахи-вздохи. Ну, короче, Фулюкс, мы закончили вторую серию. А вот в третьей серии, возможно, будут парфюмы, которые на самом деле непросты для меня. Ну, друзья, поэтому мы прощаемся. Все, я замолкаю. Я вас обнимаю, я вас очень люблю. Я благодарна вам за все, за помощь, за поддержку. Продолжение следует. Расходимся.